Здравствуйте всем, меня зовут Никита, мы продолжаем проходить Crysis 3. Ну что ж, и теперь нам нужно будет запрыгнуть в эту птичку и показать, на что мы способны. Не спеши, друг, спокойно. Обалдеть. Пристегнитесь поплотнее, мне кто-то сел на хвост, можно мне немного? Привет, ребята. Вот это да. Это мы еще стреляем, а? Сбрось его с хвоста. Маневр уклонение. Не надо мне этого. Мой прапрадед летал в перехватчике на флот. Не попал. Да, пулемет у него довольно-таки мощный. Да много их как здесь, а? Это только посмотрите. Давай же ты. Есть. Хорошо, что здесь не перегреваются пулеметы, как в Battlefield'е. Обалдеть. Фу, мертвая петля. Это очень тяжело. Убей его. О, отличная стрельба. Да сколько их же здесь? Огромное количество. Он, похоже, никогда не закончен. И есть. У меня такое ощущение складывается, что здесь нужно перестрелять какое-то энное количество этих самолетов. Готов. Ну вот и все. Готово. Никогда ранее на полях сражений такое количество спрута уродцев не разбегачивалось столь малыми силами. У меня огни тревоги по всей приборной панели. А как там сзади? Много очагов пожара. Сильно повреждена. Не дотянет. Да. Не рискну сажать на землю. Выжму, что смогу. Посмотрим, может, дотянем до здания Люсхаден. Оттуда должен быть хороший вид на луч. Хороший план? Сделаем это. Почти все. Ну же! Давай! Я думаю, мы дотянули. О, черт. Займись о, черт. Я их задержу. О, да. О, дерьмо. Я тут буду развлекаться на полную, пока вы выносите инопланетян. За этим я сюда и пришел. Не, это сильно, конечно. Так поразвлекаться. Да, главное, чтобы их тут... Еще не готово. Да, я просто помалкивал про это. Ты так хорошо проводил время. Нет, потому что я еще не починил ее. О, черт. Многовато, это он высаживает эти вот сраные камеры.
видел это раньше. Что это? Хрен знает. Давай просто убьем их. О, черт. Отличный план. В прошлый раз сработал отлично. Вот жесть, а! Чёрт, а! Давай, 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 поднимай эту хрень! Так, сначала, я так понимаю, нужно вот этих птичек убрать. Давай, давай. Это жесть. Он опять их. Что с ним делать? Не могу понять я. Честно говоря, не могу я понять, что с этим уродом делать. О, черт, а! Так, давай возьмем эту штуку. Интересно, есть ли какой-нибудь секрет? Обалдеть! Давай, 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 давай! Жесть какая-то! Фух! Неужели мы его победили, а? Вы только на это посмотрите. Это жесть. Это какая-то жесть. Это какая-то жесть. Так, давай, 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 детка. На. Да умришь ты, тварь. Я, честно говоря, совершенно в замешательстве, что ему еще нужно. Фух, неужели все, а? Это жестокая вещь.
Да, мало энергии. Нам нужна еще энергия. На. На. Валь. Ну я уже не знаю, что с ним делать. С этой хреновиной. Ну-ка. А-а-а, поджарим тебя. О, черт, а. Нет, это жестоко, ребята. Да умри же, скотина, а. Фу. Нет, вы видели, какими оружием я только не валил его. Такие оружия у меня еще не было за всю игру. А этот огнемет. Это что-то. Ну что ж, я так понимаю, что у нас теперь все получилось. Смотрим. Майкл, где ты, черт возьми? Это что? Все? Я, честно говоря, понять не могу, что происходит. А, но сигнал потерян. И я так понял, что на нас просто что-то огромное обрушилось. Посмотрим, что будет дальше.
Майкл! Майкл, ты слышишь меня? Если ты слышишь это, ты знаешь, где меня найти. Я собираюсь убить его. Фух, боги и монстры. Под площадью Колумба, Нью-Йорк. 15.53, 30 ноября 2047 года. Ну, да уж. Мы все равно выжили, хотя у нас нанокостюм. Ни к черту и вообще непонятно. Так, сбор данных, да? Да, у нас есть фонарик. У нас есть фонарик. Оказывается, только у пистолета в этой игре есть фонарик. Потому что я везде мучился. В каждом темном проходе мне не было нормального места. Да. Дульный тормоз. Ну, хорошо. Смотрите, какой у нас дульный тормоз теперь на пистолете. Да, и, конечно, как-то с пистолетом против того, что произошло, карабкаться здесь, ну, очень некомфортно. Я бы сказал, даже очень. Без фонаря здесь вообще нечего делать, потому что здесь безумно темно. Опять у нас идет еще один сбор данных. Да, как-то надо выбираться отсюда. О боже мой. Отлично. Я говорил с пророком. Я думаю, он теряет себя. Что бы ни случилось в той сфере, его это потрясло. Убирайтесь из моей головы. То ли нам выше нужно прыгать? Нет. Выше это точно не получится. Значит, здесь. О, черт. Обалдеть. Они думают, что я Альфа Сеф. Ты становишься Сефом. Я Альфа Сеф. Получается, у него как воспоминания, да? Боже мой. Мы в каком-то гигантском подземелье, где вот эти вот их, не знаю даже как назвать, но похоже на железные шланги, которые проникают всю, пронизывают как черви, железные черви даже так можно сказать, пронизывают всю землю. Я помню это, что это было уже в Войне миров. Обалдеть. Фильм, если кто не видел, посмотрите. Фильм от режиссера Стивена Спилберга. Так, я не понял, почему мой фонарь теперь не светит. Ни хрена причем. Да. Ох ты. Мы наблюдали классное дежавю, ложные воспоминания, иногда припадки полного дативного расстройства личности. Да, конечно, после такого увиденного не только будет расстройство личности. Нет, вниз туда нельзя, боже мой. Посмотрите, это под землей, у них тут целые базы. Обалдеть. С ума сойти. Они давным-давно под землей у нас. У них там целые базы. Вот это да. А вот эти вот шланги, они будто похожи на вены человеческие. Они как будто дышат и пульсируют. Не
правда ли впечатляет. Давайте взломаем эту капсулу. Я думаю, что там должно быть нормальное оружие. Да. Вот это вещь. Так, ну и нанокостюм. Модернизация у нас появилась. Сейчас мы как раз этим займемся. Доступные материалы у нас. Поправка ослабления действия пули на 50%. Я даже не знаю, что сейчас лучше-то апгрейдить. Пум-пум-пум-пум-пум. Супер маскировка. Маскировка на 50% быстрее. Ну давайте разблокируем маскировку. Да. И сделаем поправку. Неплохо стреляет. Я, честно говоря, в этой игре еще из пистолета не стрелял. Так. Ракетница. И еще раз ракетница. Я даже не знаю, что тут лучше взять. Стрелы, да? Ну что, максимальный боезапас стрел? Ну, это не может не радовать. Потому что арбалет здесь один из самых тихих и крутых пушек в этой игре. Пойти в лабиринт и убить Минотавра. Черт, а? Подойти к транспортировке мозга цефов. Что это такое? Это капсулы. Да, война продолжается. Только я никак не могу понять, почему я никак не могу их убить. Возьмем арбалет. Да, я думаю, что возьмем лучше вот эту пушку. Блин, ну это, конечно, жестко. Причем у нас нанокостюм не работает в должном уровне. Черт, а? Это ужасно. Обалдеть. Там эти стационарные пушки. Нам нужно вон туда добежать. И у нас даже не работает нанокостюм. Это же самоубийство, парни. О, чёрт, а? Да уж. Да, здесь, конечно, не поймешь,
как лучше поступить, потому что, ну, это реально самоубийство, ребят. Войти в лабиринт и убить Минотавра. Да. Может, нужно просто тупо туда добежать? И хрен с этим, да? Они меня, наверное, трогать не будут, да? Ой, как же страшно. А, бежим. Бежим! Вот черт! Вот черт, бежим, а! А, быстрей! Да! Вот это да! Я должен стать более сэпом, чем сами сэпы! Что ты тогда будешь делать? Вот это мы сейчас тут их разнесем. Почему бы тебе не встретиться со мной лицом к лицу? С ума сойти. Что, у меня получается теперь бесконечная энергия? Так, у нас новая цель. Круто, у меня теперь бесконечная энергия. По крайней мере, я так думаю. Даже на них могу не обращать. Мне нужно больше. Горло гипертоннеля. Максимальное расширение. Корабль ксеноцефов ожидается через 25 минут. Мы запустили необратимые изменения в нашей природе. Другого выбора не было. Мы должны были стать ими. Ну что ж, мы выходим куда-то наружу. Теперь у нас бесконечная мощность, бесконечная сила. Носители разума. Я могу использовать их силу против них. Да это ж просто круто. Черт. А я думал, что у меня бесконечная пушка. Да уж. Далеко не бесконечная. Теперь бы здесь бы понять. Фух, что они от нас хотят.
Обалдеть. Это сумасшествие какое-то. Черт, меня все же прибили, а? А я думал, что я бесконечно теперь крутой. Да. Носитель разума. Я могу использовать их силу против них. Подойти к транспортировке мозга цефов. Но как это сделать? Это же самоубийство, парни. Это же самоубийство. Ну ладно. Так, хорошо. Только почему состояние критическое? Так. Хорошо. Мы почти у цели. Да. Что ж это такое, а? Я, честно говоря, не могу понять, что же здесь делать. Я должен подойти к этому кораблю. Носитель разума. Я могу использовать их силу против них. Чёрт, этот долбанный лазер, это, конечно, жестоко. Очень жестоко. Нужно подойти к транспортировке мозга цефов. Вот и пойми. Что они от нас хотят? Ну, здесь, ребята, очень сложно. Очень тяжело. Вот эти вот турели. Так, где мой... Где мой арбалет? Да. Все, готов. Турель готовая. И у меня больше нет стрел. Бы есть, но они... Не пойму, откуда по мне палят. Ой, как вас тут много. Готово.
вообще нужно понять, откуда по нам стреляют. Вот черт, а. У меня закончилась эта хрень. Ну что ж, спрыгиваем вниз. Похоже, у нас огнемет. На что-то похоже. Будем сейчас здесь осторожны. Нет гранат. Давай, умри ты, а. Есть. Боже мой, я за всю игры не научился использовать... Это сверхоружие. Ну что ж, пойдемте с Богом, да? Черт, это хрень. Вот эти вот самые ужасные, это пушки вот эти вот. Где мой арбалет? Надо эту пушку убрать. Есть. Арбалет это вообще, это просто нечто. Готов. Дорогуша, ты готов. Фух, я вам скажу, что я играл в Halo, я играл во многие такие игры, но такой сложности я еще давно не встречал. Хотя вроде бы я играю на легком уровне. Ну сложно, сложно здесь. Вот эти вот пушки стационарные, их, наверное, как-то можно переделывать под свой лад, чтобы они становились против цефов, а не против нас. И что теперь? Готово, да? Ее нужно уничтожить? Я не могу понять. Подойти к транспортировке. Я тогда к ней подошел.
Меня аж всего переклинило. Так, да? Отлично. Что-то в тебе есть, пророк. Что-то, чего цены никогда не поймут и чего у них никогда не будет. Так, хорошо. Ты пытаешься мне что-то сказать, да? Думаешь, зарядка нанокостюма не повредит тебе? Смотри сюда! О, черт, опять их тут огромное количество. О, боже мой, что это за хрень? Так, ну что ж, мы нанокостюм подзарядили, да? Теперь, я думаю, надо бежать. Умрите, сукины дети. Что ж, давай прыгай. Ах, фу. Я подхожу. Но ты уж точно больше не человек. У тебя нет имени. Это вообще человек? Где Иисус? Только взгляни на себя сейчас. Обалдеть, закрыть червоточину цефов? Это как? Думаешь, я сломаюсь из-за того, что столько потерял? Да? Я покажу тебе, на что эта машина способна! Это вон туда, вниз. Обалдеть. Вперёд! Ну это, конечно, очень жестоко, парни. Так, туда мне никак, да? Не перебраться абсолютно. Как-то нужно перебраться на ту сторону. Но как это сделать? Фух, кажется, идем по правильному пути. Наконец-таки я нашел. Приближаемся. Давай, 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 шевели своими ногами, чувак. Могу понять. Мне сюда, да? Да, мне сюда. Обалдеть, вот это червоточина. Это их хрень называют червоточина. И что дальше? С ума сойти. Наконец-то, мать твою, ты и я.
Все по плану, а? Давай! Вот эта вот хрень, которая вылазила, вы помните? Обалдеть, я думал, уже все кончено. Да что ж ты будешь делать ты с ним, а? Наконец-то, мать твою, ты и я. Все по плану, а? Давай! О, черт. Что делать, а? С ума сойти, а? Нет, это мой костюм. Конечно. Мы развили вашу технологию. Я могу выдержать в два раза больше, что бы ты ни сделал. Еще бы. Хрень, а? Да умрите вы, а? Так, отлично. А теперь куда? И что это за машины вот эти вот непонятные стоят, честно говоря? Ну, кто стреляет, как я понимаю, да? Ага, вот эти вот хрени. Готово. Да, пушек здесь огромное количество. А, ты проснулась? Сделаем это. Да ну это невозможно. Это что-то невозможное, ребята. Это что-то вообще невозможно. Угу. Я вам скажу, что это невозможно. Наконец-то, мать твою. Ты и я. Все по плану, а? Давай. Так, присядем пока, да? Ага. Да, нужно прятаться, я так понял, за бронированной техникой. Что это все? Все, что у меня закончились боеприпасы? Отрывать нужно эти хрени. Кажется, понял. Нет, это мой костюм. Мы развили вашу технологию. Я могу выдержать в два раза больше, что бы ты ни сделал. Где эта тварь?
Оказывается, тут можно еще на турельках сидеть. Вот видите, как становится все сразу. Не все сразу, вернее, понятно, но... Там кто-то по мне еще. Шмаляет. Гады, а? Ну давай! Это ужас какой-то. Да, это, конечно, кошмар, кошмар, ребята. Ну что ж, пробуем дубль 3, но это очень тяжело. Наконец-то, мать твою! Ты и я. Все по плану, а? Давай! Очень тяжело. Так. Кажется, я тоже это понял. Кажется, мы это уже проходили. То есть... Когда он сжимается, лучше от него уходить. Наконец-то, мать твою! Ты и я! Все по плану, а? Давай! Так, ну это в принципе... Несложно было. Вначале это было несложно. Так, первую щупальцу мы отваливаем без проблем. Костюм. Мы развили вашу технологию. Я могу выдержать в два раза больше, что бы ты ни сделал. Бы понять бы вообще бы, куда тут прятаться, когда он начинает вторую волну нести. Ага, уже у меня еще маскировку можно брать, правильно? Правильно. Посмотрите, какие они стойкие стали. Очень стойкие твари. Давай!
Как мне выжить этого удара чертового? Это невозможно. Это невозможно. Он стреляет в меня, и все, у меня ничего не получается. Ну, как бы это возможно, но это очень сложно. Да, ребята. Наконец-то, мать твою. Ты и я. Все по плану, а? Давай. Проблема. Вот это мы убираем вообще как 2 минуты. Нет, это мой костюм. Мы это наша корова, и мы ее доим. Могу выдержать в 2 раза больше, что бы ты ни сделал. Да уж. Ладно, главное терпение, да, парни? Мы гадов убрали, это было несложно. Он их там дофигища просто. Просто дохренища. Ну где ты, а? Стерва такая. Вылез, да? На тебе. Глаз. Сделаем это. О, черт, они опять полезли, а? Это да. О, черт, а. Вот где прятаться? Я не понимаю, где прятаться? За что прятаться? Когда он второй раз бьет. Надо просто понять. Наконец-то, мать твою. Ты... И я. Все по плану, а? Давай. Это было совсем даже. Да уж. Нет, это мой костюм. Мы развили вашу технологию.
Я понимаю. Я могу выдержать в два раза больше. Как это что сделать? Бы ты ни сделал? Как это сделать, хрен его поймешь. Может быть, нужно максимум брони включить? Или невидимости? Но это совсем абсурд какой-то. Сделаем это. Бежим отсюда вон нахрен. Нахрен. Давай, давай, чувак, давай, давай. Да, мы это сделали. Вторую щупальцу убрали, а, парни? Фух. Главное, на третьей не опростоволосится. Вот чёрт, а? Нет, я не похож на тебя. Совсем не похож. Контрольная точка, слава богу, а? Я лучше тебя. Нам контрольную точку дали, парни. Сейчас я покажу, на что способен. Это очень хорошо, что мы начнем все-таки с контрольной точки. Эта серия, наверное, будет самая длинная из всех серий. Вы знаете, что я ничего не режу. Но не знаю, насколько вы будете смотреть, но тем не менее. Мы добьем Крайзис. Мне это напоминает Терминатор 3 Восстание. Ну что ж, ты вылазишь, а, деточка? Да, ты вылазишь. Уходим. Нахрен. Давай, 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 бери эту штуку. Уходим нахрен. Это да. Давай же ты умри. Ты умрешь или нет, сволочь?
давай же. Это просто что-то нечто с чем-то. Да возьмите эту хрень уже. Убей ты, оторви ты ему щупальцу. Сколько же у тебя щупалец там будет еще, а? Ты собираешься жертвовать? Когда они пришли ко мне с этим костюмом, я пожертвовал собой, Лоуренсом Барнсом, чтобы стать пророком. Пророк! Пророк! Возможно, самая совершенная тактическая боевая машина в мире. Просто выполнял приказ? А это вообще человек? Может, ты и правда всего лишь машина. Но когда ты пожертвовал всем, чтобы стать совершенной, холодной, жесткой логической машиной, и эта машина дает сбой, что тогда? Барнс, держись! У каждого есть выбор. Если пророк выйдет из строя, что останется? Лоуренс! Что-то в тебе есть, пророк.
Барнс, держись! Что-то, чего цепы никогда не поймут и чего у них никогда не будет. Лоуренс! Тело не в костюме! Барнс, держись! Лоуренс! Барнс! Вот это концовка. С ума сойти просто. Только америкозы такое могли напридумывать. Ну, это вообще нечто. Поэтому вы знаете, что... Ну, не знаю. Она трудная была, зубодробительная, но в то же время... Очень красивая. Наночастицы в твоем костюме свободны. Это значит, что они могут трансформироваться во что угодно. Архангел. Полная орбитальная аннигиляция. Фух, ну что ж, давайте сделаем последнее, что должны были сделать. Вот это да, это что у нас, спутник? Только посмотрите на эту тварь. Ах, как же тяжело сделать захват. Учебного лагеря нам преподали урок. Хороший солдат знает, на что может рассчитывать в минуту опасности. Не на разведданные, не на экипировку, не на оружие, только на себя. Я усвоил это не сразу,
Война окончена. Я сделал много ошибок, но все же я всего лишь человек. Меня зовут Лоуренс Барнс. Они называли меня пророком. Crysis 3, да, очень впечатляет, и, конечно, последняя концовка, последний финал с титрами всегда заставляет задуматься, но все же игра, несмотря на то, что она была скучна временами у нее были однообразные миссии, задания, в целом, конечно же, ей не хватает многого, и хотелось бы, чтобы разработчики делали игры не так часто, но зато так хорошо, как они могут, как они сделали первую, ну и вторую, конечно же, часть. Третья часть у них такой не получилась, она получилась намного хуже, но тем не менее графика тут, конечно же, самая из современная. Поэтому с вами был Никита Коньков, канал МК. Увидимся в следующих новых прохождениях, в новых хороших играх. И до встречи. Надеюсь, что вам понравилось.